Я же пока вот что скажу. Мясо. Говядина. Свинятина. Курятина. Это ты мужика. Сила. Мужская сила. Баба идет, мясо прячь. Прячь мясо, я сказал. Здравствуй, бабуля. Это Зелеба. Здравствуйте. Проходите к нашему скромному завтраку. Я не поняла. А что это я чувствую? Запах мясного. Или у нас завелась колбаска с курочкой? Ну, что вы, мама? Откуда хлеб в грибы макаем? Ты же знаешь, бабуля, папины зарплаты только вот на хлеб тонкими ломтиками хватает. Да? А может, вы от меня продукты прячьте, пока мой сын на даче? Мама, у вас дочка, моя жена. Что от вас ничего не прячет, ваше здоровье? Какая разница, сын, дочка? А где моя внучка Танька? Тоже спрятали? Да занимается. Занимается Танька. У нее на носу. Чего у нее на носу, Пашка? Экзамен у нее на носу, да? Знаю я, чем она занимается. Серегой, бульдозером, на лестнице целуется. Вот это я вам скажу. Все гены. Гены. Ваши гены, Настасья Филипповна. Да? А что такого? Взрослая девчонка. Я бы тоже на ее месте целовалась. Да не с кем. Вот принесет ваша тайна вам в подоле кого-нибудь. Вот тогда похохочем, а? Вот тогда мы тазами тут греметь начнем. Вот тогда посмеемся. Я первый. Таня, иди завтракать. Я вообще завтракать не буду. Чего это, а? Ну ясно. Худеет опять. Калории экономит. Я, к вашему сведению, калории не считаю, потому что в ближайшие 9 месяцев решила капитально поправиться. О. Тамаля. Может, я один здесь не понял. Ты что? Да, я беременна. И собираюсь стать матерью-одиночкой, потому что все мужики сволочи. Вот, пожалуйста. Все, как ты хотел. Хочу тебе. Как стыдно. Как стыдно перед коллегами. Я убью ее. Правда была? А я в ее комнату перееду. Мне там пузики нравятся. Вот тебе на выбор орудие. Вот. Ты что, отцу нож вперед лезвием подаешь, а? Привычка Змеелова. Змеелов, сейчас я прерву беременность снизу вверх в домашних условиях. Не смей ее трогать, садись. Мама. Это ты во всем виноват, ты. Яичка, это бабушка, открой. Я виноват. Я что ли ей ребенка этого сделал? Я этой гадостью 20 лет не занимаюсь. Так, сынок, вот такая ситуация. Бабка сумасшедшая, мать от нее недалеко ушла. Дочка развратится. Не мы с тобой нормальные остались. Что делать? Да. А может, папа нам ее замуж выдать, а? Может. Кто ж тот хахаль-то, сынок? Кто предохраняться не умеет, а? Да кто? Серега Бульдозер, сосед мой, друг наш. Сосед наш, друг мой. Давай-ка, сынок, замани-ка его сюда. А, сейчас. Бульдозер! Бульдозер! Я нашел новый эротический сайт. Взломал код доступа РАО ЕФ России. Иди сюда глянуть хочешь. Давай, куда ты? Вот пришел потрошитель прапорских дочек. Садись. Чего? Чего ты? Казанова, наших дней. Проходи. Чувствуй себя как дома. Привыкай. Какого-то смысла, где я вообще? Проходи.
Я слышал, ты на моей Таньке женишься, правильно? Как говорится, сделал ребенка, покупай пеленку. Ты, Сергунин, меня теперь зови просто. Товарищ прапорщик, папа. Чего? Какого ребенка? Какой папа? Вася, натворил дело, будь мужиком, не зли папу. Да я с вашей Танькой, если хотите, два раза с него целовался-то. Да если хочешь знать, Сергуня, я со своей женой вообще не целовался. А вон, двое пацанов этих, ну неважно, двое детей растет. У женщин, Сергуня, свои там какие-то секреты. Я хоть и вас и уважаю, и злить не хочу, но ребенок не бой, жениться не буду. Ну, что ж, знаешь, Сергуня, случаи такие разные в жизни бывают. Вот, к примеру, у нас один солдатик девушке своей в увольнении показывал, как он лихо обращается с табельным оружием. А, крутил, вертел, засовывал куда ни попадя, да и проглотил. Наш полковой доктор думал достать его естественным путем, пистолетик-то. А пистолетик возьми, да и выстрели. Солдатик без попы, а доктор без глаза. Так вот как вы ставите вопрос. А ты как думал? Ты ставишь ничего, а нам нельзя. Несчастный случай, Сергуня. У нас вон и свидетели имеются. Подтвердят. Подтвердят! Подтвердят! Свидетели многочисленные! Ну, конечно. На таких условиях я согласен. Какая гадость! Меня без моего ведома замуж выдать! Если хотите знать, мой ребенок не от бульдозера. И я за эту свинюшку даже под дулом пистолета замуж не выйду. Понятно вам? Понятно, я вас спрашиваю? Прости, друг! Что дурдом, а? Цирк на колесах, а? Так я не понял. Мне жениться на Таньке или я свободен? Я не понял. Ой, слушай, давай иди уже отсюда. Ребенка даже по-нормальному сделать не можешь. Считай, что ты комиссован по здоровью. Кругом шагом марш, вон, щеками за косяк не задень. А я вот что подумал, папа. Только-то девчонка симпатичная, у нее грудь третий размер. Я, если что, могу на ней жениться. Давай иди уже отсюда, белобилетник, а? Давай иди, ковыляй талии. Тут стоит от меня, поищи. А? Чё-то я не сыто пристроился. Паша, иди сюда, иди сюда. Паша, надо вспомнить адреса Танькиных хахалей. Я их, гадов, проверять пойду. Есть! Чего, всех? Всех. Значит так, бери ручку, бумажку, записывай. Во-первых... Я искала тебя годами долгими, искала тебя дворами темными, журнала кино, среди друзей в день, когда нашла. Денек, как белка в колесе. Жена на даче, теща спятила, дочь беременная. Я как белка в колесе, туда-сюда. Вместо того, чтобы на стрельбы ехать, честь защищать. Не свою, конечно, части. Сынок, ну вспомни, а. Вспомни. Может, еще кто
нашей Таньке-то заходил, а? Нет, папа, не... А может, это этот блондин с усами, а? Всегда, когда тебя нет, с цветочками приходит. Точно он, да. Я чую, что он, что ж ты раньше-то молчал. Как-то в голову не лезло. Ну, понятно. На детях прапорщиков природа отдыхает. Ну-ка, метнись, узнай, кто это. Ага. Молодца, и зверь бежит, это он. Опаньки. Ты, сынок, давай-ка его сюда. А сам наготове, пока. Свали отсюда, давай. А проходите, пожалуйста, прямо в комнату. Проходите. Здрасте. А я? Да знаю я, кому ты. Наша, так сказать, мама. Так тебя и описывала. Значит, она вам все... рассказала? Ну, кому ей еще рассказывать, как не мне? Я ж ей, поди ж, не чужой. И что вы в связи с этим намерены делать? Что? Свадьба! Играть! Давай! Свадьбу? А ты как думал? Ты же ее любишь, а? Люблю, но... И она тебя, он говорит, лучше всех. Особенно, говорит, в постели. Да ребеночек у вас вон на подходе. Ребеночек? Простите, но каким образом? А, сладенько, не знаешь, каким образом. Не знаешь, могу показать. Не надо. Кто дома? Ай, визиточка наша, значит, так и прет, так и... Борис? Боря, хорошая баска. Боря пришел официальное предложение нам делать. Да, ну... Борис, это правда? Вы настолько потеряли голову от любви? В принципе, да. Тем более, что вы не против. А когда я был против? Любовь ведь она... Это... Любовь? Да. Свадебку отпразднуем, а я посаженным отцом буду. Василий, я должна тебе сказать, что я не знала тебя все эти годы. Ты прости меня, Борис, за эти горькие слова. Я восхищаюсь тобой, Василий. Ладно, хватит. Иди, Иван. Жених, поцелуй невесту, доставь мне удовольствие. Ну, если это вам доставит удовольствие. Василий. Вот дурилка, а! Вот дуралей, ты не тещу целуй, а невесту. Ту, который ходил все это время. Так я ту и целую, который ходил. Не понял. Убью! Да, но вы сами сказали, что вам это доставляет удовольствие. Целуй. Ага, сейчас я тебе доставлю удовольствие. Нинка, уйди! Василий, я прошу тебя, не бери грех на душу. Тебя же посадят. Посадят. Здрасте. Дядя Вася, то есть папа. Я что подумал-то? Мне Танька ваша нравится. Красивая девчонка. Че, может, я действительно женюсь на ней, а? Ну, а ребенок ее будет мне как родной. Мой батя-то говорит, что отец не тот, кто один раз молодец, а тот, который воспитал. Вот. Ну и воспитаем мы ребенка-то. Да пошли вы к черту! Отцы фиговы! Ника, быстро на кухню! До следующих распоряжений! Вот! Беги, Боренька, беги! Да я быстрее просто не могу! Делаешь? А ну-ка, будешь отдавать.
Слышь ты, развратница, которая вся в мать пошла. Вася, это прежде всего твоя дочь. Я уже сказал, будь-то. Дай-ка, погоди, я сказал. Значит так, сказки у нас кончились. Теперь, кто первый в дверь войдет, за того, милая моя, замуж и побежишь. Я не поняла. Как замуж? Я готова, хоть сейчас замуж. Хоть за кого? Так, Настасья Филипповна, вам уже пора грязевые ванны делать начинать, к земле привыкать. Так-ка где? Так в туалете. Мама, спать давайте. Сидеть там. Слышь ты, развратница. Так, все, папа решил, кто сейчас первый позвонит в дверь, тот и будет мужем. Все, я решил. Ты не посмеешь. Ой, начались тут у нас поющие в этом, в Терновнике. Вот, еще как посмею. Кто там? Водопроводчик. О, водопроводчик. Хорошо, водопроводчик, все-таки не дворничка. Извини, Рики этого. Как вы, его, Рики Тикитови? Рики Мартина не было. Счастья, друг, пишите. Я водопроводчик. Сирота. Плановая продувка системы. Сирота. Сирота. Жалко, но с другой стороны хорошо. А? Как звать-то, говорю, сирота? Я водопроводчик. Фамилия сирота. Зовут Федор. Ванна там? Ванна у нас там. Проходи. Сирота, сиротинушка. Идешь практически. Сколько водопроводчиков-то ходишь, сирота? Месяц. Месяц. Вот, месяц. Молодой, значит, еще. А раньше-то чем занималась сирота? В тюрьме сидел. Это хорошо. Слышь, Танька, в тюрьме сидел. Хорошо. К дисциплине привык. А за что сидел-то, сирота? За убийство жены. Я ее убил и съел. А, нормально, чего? Нормально. Значит, у нас сирота это, не женат. Вдовец, значит, сирота-то. А ты ее, сирота, как съел? Студнем? Или так, живаком захавал? А, впрочем, какая хрен разница-то, а? Сам Бог тебя посылает, слышь, Тайка, а? Что за средневековье, а? Мое мнение, значит, никто уже не спрашивает, да? Поздно, дочка. Папа уже все решил. Так, сирота, смотри, вот, нравится девчонка? Красивая. А то женишься на ней, обеспечу квартирой, зарплатой, со временем. Кто ж так не женится? Конечно, женюсь. Да-да-да, как говорится. Горько! Что? Я целоваться с этим мерзким уродом, с этим неудачником, да от него за километр профессии пахнет? Вот и жена моя покойница так же про меня говорила. Все вы, бабы, одинаковые, развратницы проклятые. Всех вас надо убивать. А когда вас на кусочки начинаешь рубить, тут вы меня хвалить начинаете. Все. Папа, папа. Сирота, ты чё, а? Не люблю, когда кровь на лицо брызгает. Папа, спаси меня. Это ты, деда. Я по мужикам не прикарываюсь. Пап, я на самом деле мама, я операцию сделал, а отрезал кое-что основы. Парни, не служи, ты, гнивар, Крел, come on! Да, гнивар.
Да. Не я! Кабан здоровый попался. Я в него 6 пуль всадил. А он еще сказал 3 слова. Не надо, дядя. Да, какой я ему дядя? Ты теперь герой, Васечка, просто да. Герой. Такого опасного маньяка без видел. Тебе, наверное, теперь повысят звание. Здрасте, еще раз. Дай, Вася, я все-таки не понял, мне жениться на Тайке или нет? И с этим ребенком тоже надо что-то выяснить, потому что вот он еще не родился, а я его уже ненавижу. Вот ненавижу, хотя он еще не родился. Папа, а ты не мог бы еще одного маньяка обезвредить местами? Запросто, доча. Ку-ку, серый.